Я с удовольствием представляю вам центрального нападающего сборной юношеской команды Советского Союза, ее капитана Александра Мальцева. Саш, ну все знают, что ты начал играть в хоккей в таком, в общем, малоизвестном для любителей хоккея города, как Кирово-Чепецк. А во сколько лет ты начал играть? Сколько тебе было лет? Мне было всего 10 лет. Я начал играть в подготовительной группе при мастеров класса Б. Как команда ваша называется? Команда называется «Олимпия», Кирово-Чепецк. А что, до хоккея не занимался никакими другими видами спорта? Сразу хоккей? Нет, я занимался летом в футбол, а зимой играл в хоккей. И футбол, и в хоккей любил одинаково, как пересилил хоккей? Почему начал все-таки заниматься хоккеем, оставил футбол? Хоккеем начал заниматься, потому что хоккей сейчас игра очень интересная, быстрая. С какого возраста начал играть за основной состав? Я начал играть 16 лет. Ну не тяжело было играть со взрослыми? Первый год мне было немного тяжело, а второй год играл ничего. Скажи, пожалуйста, а когда тебе вообще пришлось первый раз увидеть большой хоккей? Где это было? Первый раз я посмотрел первую игру. Это было... Сколько тебе было лет тогда? Лет 13. Так. ЦСКА Новокузнецк. Где у тебя удалось эту игру посмотреть? Это я смотрел игру... ЦСКА. Здесь, в Москве? В Москве, да. А что было в Москве, проездом или как? Нет, мы здесь жили с своей командой на сборах. Тебе было 13 лет, тебя уже брали со взрослой командой на сборы. Ну и какое впечатление произвела на тебя первая игра? Впечатление произвела очень хорошее. Понравилась команда ЦСКА. Все быстрые, все играют на скорость. И очень понравилась мне первая тройка, где играл Альметов, Александров и Локтев. Ну и, наверное, ты после этой первой игры, потом в дальнейшем наблюдая игры взрослых команд, наверное, какие-то игроки для тебя были примером, эталоном, которым ты хотел подражать, с которых хотел брать пример. Вот назови, пожалуйста, несколько фамилий таких игроков. Из своей команды я могу выделить защитника Виталия Давыдова и центрального нападающего Юрзинова. А из других команд, конечно, в первую очередь Старшинов и Полупанов из центральных. Понятно. Скажи, а вот кто из тренеров оказал на тебя самое большое влияние вот, на формирование тебя как нападающего высокого класса? Очень мне помог, чтобы стать игроком. Конечно, старший тренер сборной. И наш динамовский тренер Аркадий Иванович Чернышов.